за три дня не отрегулировали? До сих пор? Все сейчас идет плюс 3% от грани. То есть вот на сегодня я просто могу сказать, она должна быть 98, просто у меня сегодня, вчерашние данные, сегодня еще нет, а она шла сколько вчера целый день. Почему? 98, почему понизили? Саныч, а 98, это из ГРЭС, выход из ГРЭСа или в дом? Если они додают, то она идет сюда, примерно как в эти время подлета, 5 часов. Нет, подожди, хорошо, вопрос другой. А какая у нас, где регламентируется именно входная температура в дом? Есть вообще где-то регламент? С ГРЭСа понятно, а в дом? 154-м постановлении регламентируется четко, что вышло с ГРЭСа должно быть на фундаменте. То есть не учитывается вот эта пятичасовая потеря. Ну, вот, видите, вот с этим на сегодняшний день управляющие компании с ресурсником постоянно в споре. Вот я прошу, вот я как раз об этом и говорю, не надо спорить. Должен быть четкий прибор, поверенный, который будет снимать эту информацию ежесекундно. Все. Николай Николаевич, еще раз объясняю. Приборы учета такие стоят. В течение последних 5-7 лет мы это все фиксируем. Сейчас мы ведем лицензионную работу именно в части с ресурсниками, для того, чтобы он выполнял обязательства в рамках закона. Поэтому и собрало сегодня это совещание в 11 часов, на котором мы высказали все свои замечания, и в том числе нормы закона, которые на сегодняшний день стоят на стороне потребителя, в том числе жителя, потребителя там, частного сектора, мы говорим, везде, где стоят приборы учета. То есть есть МКД, в которых не стоят приборы учета, они живут у нас по нормативу, но там в любом случае должен график выполняться. Та же ситуация с прибором учета, должен быть график, должна быть температура давления для того, чтобы мы уже как управляющие компании предоставили качественную услугу внутри МКД. Если у нас нету этих 60 градусов на входе, но не зафиксированы, я не могу догреть квартиру там плюс эти 3 градуса. А плюс 3 градуса это очень большой фактор. Когда 21 и 24, это сразу чувствуется. Да я понимаю, с этим мы об этом что говорили. Я имею в виду о том, что надо исключить человеческий фактор. Есть прибор учета, замечательно. Есть, показывают входную температуру, замечательно. Как эту входную температуру подать в единый центр учета? Мы договорились, будем на сегодняшний день тогда отправлять эти показатели, то есть с раскиданностью поселок Бор. Ну, я вот пытаюсь вам сказать о том, что это мы возвращаемся опять в каменный век. Понимаете, а я предлагаю если это другому вернуться. Да, это 100% есть такая тема. Нет.